Сегодня в Красноярск прилетел DJ Groove. Его появление собрало огромное количество людей, поклонников творчества этого замечательного исполнителя. Широко раскрученный Groove бодро гастролирует по странам СНГ и взрывает танцполы. Его настоящее имя Женя Рудин. Groove — чудесный ремиксер, не только диджей, но и музыкант. Имеет Женя немало достоинств и своим только появлением вызывает массу приятных эмоций у поклонниц. Только послушать, наверное, как мужчина меня хотел. А улыбку он тебя вызывает? Да. Почему? Потому что он лицо. В смысле? Ну, в смысле, что его все знают. Когда видишь какое-то знакомое лицо, которое видишь на телевизоре, на самом деле приятно. О, да, я его вижу. Работать Женя начал аж в 90-м году. Он дедушка диджейства, зная себе вертушки, крутит, улыбается, да еще и подпевает. Оно и понятно, учился Groove в Петербургской консерватории по классу вокала и дошел там до второго курса. Ну а дальше закрутило, в клубную жизнь понесло. А там главное — попасть в струю и, несмотря на трудности, чувство юмора не терять. Он сегодня подарил улыбки, просто когда уже его встретили с трапа самолета. И весь день дарил улыбки тем, кто его сопровождал. И он просто обещал и грозился просто заставить улыбаться всех. Вызовет ли он улыбку своим творчеством у кого-нибудь вообще? Да. Может быть, улыбку какую-то такую, блин. Улыбку непонимания у кого-то улыбку личной симпатии, у кого-то улыбку как профессиональный диджей, как человек, который что-то делает хорошее. Зато если Groove встает за вертушки и чувствует, что зал отвечает взаимной трепетной любовью, то остановить его уже невозможно. Он будет играть не два или три запланированных часа, а до тех пор, пока с ног не повалится. И заметьте, сделает он это совершенно безвозмездно. Говоря проще, там, где Groove появляется, все хорошее непременно случается. Ну что ж, если вы никогда не слышали, как играет DJ Groove, вы многое потеряли. Однако не расстраивайтесь, он улетел, но обещал вернуться. Мы же прощаемся с вами. Всегда ваши Евгений Донец и Андрей Егоров.